Здорово, танкисты, всем привет. Сегодня у нас обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре Бураск, средний французский акционный танчик 8-го левела. Был когда-то на него марафон, вот купить его сейчас, по-моему, нигде нельзя. Вот, так что ждите, может быть, появится на черном рынке, не знаю. Но у нас, между тем, сегодня давайте полноценный обзор. По этой машине мы даже сходим, все-таки средний танк, сходим, посмотрим бронирование Бураска. Погнали. Итак, вот наш Бураск. Бураск розовый какой-то, почему-то здесь непонятно. Ну да ладно. А, у нас закругленный переход между НЛД и ВЛД, и поэтому это будем считать центральной частью, и два НЛД у нас под разными углами. Ну и погнали, выставляем правильно этот агрегат, ну как-то вот так. Вот, 20 мм в приведенке 36, 40 в приведенке, центральная часть 40, ВЛД у нас 36, и она не рикошетит, к сожалению, да. Маска орудия 30, 15, основная бронеплита, щеки 12, люк 10, боковое бронирование 20, башни 10. То есть, по сути, здесь брони нет, и даже зарикошетить-то нам нечем, то есть... В Бураск можно стрелять в любую часть, и вы всегда его пробьете. Итак, разобрались. Брони нет. Давайте смотреть орудие. У нас здесь барабан на два снаряда. Вот, 105 мм пушка, 360 альфа, приятная альфа. 190 пробития на основном и 240 на голдец. Вот, время КД между выстрелами, ну, в барабане два снаряда, 2 секунды. То есть барабан, он, в принципе, перезаряжает достаточно быстро. Время полной перезарядки барабана 22 секунды. ДПМ 1800, точность 0,42. А вот время сведения, и это основная и самая жирная проблема этой пушки на этом танке, 3,5 секунды. Поэтому именно из-за этого мы будем вынуждены снаряжать наш танк не тем оборудованием, которым бы нам хотелось. Да. Не тем. Вот, а танчик является, по сути, прем-танчиком. Больше даже не акционным. Почему? Ну да, его нельзя купить, но и акционным его назвать язык тоже как так не сильно поворачивается, потому что он у нас фармит, по сути, серебро. Больше кредитов за бой. По полевой модернизации. Во втором блоке легкосплавные узлы крепления. В четвертом плавающий прицел, антибликовую маскировку фар в пятом блоке. И выбираем вторым слотом на разведку, да, на обзор, то бишь другими словами. Вот. Что касаемо оборудования. Поскольку у нас сведение пушечки 3,5 секунды, а танчик у нас имеет хорошую подвижность, но с таким сведением надо как-то попадать в танки врагов, поэтому... Мы вынуждены здесь поставить усиленный привод наводки, к сожалению, рекомендую, да, поставить вместо просветленки, которая прям просится сюда, поставить стаб, и в первый слот поставить, я рекомендую все-таки лучную вентиляцию, нежели турбину. Вентиляция нам также даст плюсы на пушку, а пушка у нас с этим сведением прям одна большая проблема. Подвижность у нее и так у этого Бураска неплохая. По снарядам у нас что основной снаряд, что голда, это подколы. Вот, летит основной снаряд 1000 метров в секунду. Подколы летит 1250. Прям что там, все комфорт полный. Вопросов здесь нет. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель. Экипаж, три члена экипажа, перки сейчас видите перед собой в таблице. Вот, по УВН у нас... даже минимально комфортного угла склонения орудия, к сожалению, нету. У нас минус 6. У нас склонение орудия, как у обычного совка, танка СССР, советского, как угодно называйте. Короче, да, играем без УВР. К сожалению. Да, к сожалению. По... и, кстати, сюда нельзя досол поставить, чтобы вы знали. Вот, 1250, то есть... Да, мы являемся средним танком, но количество ХП у нас между средним танком и ЛТ. На минималках.
То есть ХП у нас не так уж много, и это минус. По мобильности 62 вперед, 21 назад, и это без турбины. Почти 26 лошадей на тонну, так что, в принципе, он даже без турбины гоняет неплохо. По незаметности, вот при такой сборке, да, с нормальным, более-менее нормальным экипажем, у нас неподвижные машины, почти 39%, в движении 31%. Офигенная незаметность у данной машины. По обзору 431 метр, что вполне себе неплохо. Вот, все сделали на пушку, а в принципе обзор и незаметность все у нас достаточно годно. По плюсам и минусам машины. Самый жирный минус у нас хоть и средний танк, но броня ЛТ-шки. Это минус. По подвижности плюс, по обзору плюс, по незаметности тоже жирный плюс. Вот, и подошли мы уже к орудию. Барабан всегда хорошо, и это плюс. Но мы омрачены здесь тем, что у нас крайне плохое сведение. И нивелируем это, конечно же, оборудование, но даже все это оборудование не сильно прям улучшает параметры этой пушки. И танк, конечно, такой больше про игру ловить моменты. Ловить моменты, когда можно выдать барабан и смотаться, что называется. То есть ловить моменты. Танк в кавычках крыса. В прямое столкновение идти не может из-за отсутствия брони. И из-за сложного достаточно орудия при равном барабане даже. То есть вы можете наносить там 700 урона за разрядку барабана. Все равно это танк про ловить момент. Надо знать хорошо карты. То есть у обычного игрока на Бураске делать хороший результат, скорее всего, не получится. Нужен определенный скилл, которого, кстати, у меня нету, и поэтому у меня на Бураске достаточно скромный результат. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, как Бурасик себя чувствует в рендере. Попер. Так, у нас обзор боем Бураск. 8-й левел, средний танк Франции, да, акционный, когда-то за марафон выдавался. Сейчас будем на нем потеть. Против десяток и девяток. Такое. Ну ничего, ничего. Ничего. Начнем на ББшках, посмотрим, как дела пойдут. Что, на перекаточке будет то? Нет? Будет, АМБТ будет. Да. Будет АМБТ. Это хорошо. Поэтому мы ничего не сделаем. Ух, лазит там. Ух, там лазит. Так. Заряжаемся, светим, пытаемся светим.
Все, good. Заряжаемся. Наступаем. Ух ты. Последний шот надо дать. Все. Ну вот такой вот бой. Косарь 800 настреляли. Против десяток, кстати, и девяток, да. 900 насветили. Короче, получилось у нас суммы сколько? Правильно, 2800. Маловато, конечно, для этого танка, но как есть. То есть против восьмерок он вообще хорошо играется. Против девяток, десяток здесь, конечно, приходится, вот видели, как юлить, лазить. Брони-то у нас нету, поэтому потел. Ну, как-то так. Ладно. В целом, машина интересная. Особый геймплей, безусловно. Да, барабан на две пульки. Хорошая подвижность. В принципе, неплохое, достаточно неплохое пробитие. И по пятибалльной системе я ему прям твердую четверочку поставлю. Потому что лично моего скилла не хватает полностью раскрыть эту машину, все равно, как я считаю. Ребят, у кого есть Бурас, пишите свои комментарии, как вам в целом эта тачка, у кого она есть. Пишите для ребят, у которых нету этой тачки, чтобы они, ну, когда она появится, понимали, а стоит она того или нет. Вот. Ну и, конечно, прожимайте лайкос, подписывайтесь на канал. А я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал. Ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.